Вообще, у меня очень сильно отекает тут один из глаз. Ну, если я на левый бок ложусь. Ну, как бы случилось, я задремал, прилег просто на бок. И тот бок, который был так, нос с этой стороны перестал дышать. И глаз. Вообще жесть, как будто песок туда попал внутрь. Я думаю, витамин, ну, комбилипен вот этот не помогает. Ну, я все равно уверен, что существуют определенные витамины, добавки. Какие-то гормональные хрени, я не знаю, как они называются. Которые могут это изменить. Но, кстати, вот вазомоторный ринит, если он точно на, ну, на 99,9% он не аллергичен, не аллергенной формы. Ну, операция там, можно его удалить, эти сосуды. Там, короче, сосуды расширяются, набухают вот так внутри глубоко там. И вот здесь вот все так. А когда ну, в общем, почитайте про вазомоторный ринит, вы сами поймете все это. Там картинки даже есть. Есть даже операцию, как там снимали, как делали операцию. Это вообще жесть. Как в средневековье какой-то. И это, кстати, влияет настроение на это. Кофеин положительно влияет на тонус сосудов вот здесь. Ну, может, я попробую. Я, короче, ну, к врачам бесполезно вообще обращаться. Поэтому попробовать можно купить гормональный спрей от аллергии. От аллергического ринита. И прыскать там каждый день, ну сколько там, раз в день в течение года. Если никак не подействует, значит никакого аллергического, никакой аллергии вообще нет. Не понимаю, почему витамин В, комбилипен, колет в задницу, там, ну, в мышцы, в общем, подмышечная инъекция. Почему не существует комбинированных витаминов каких-то или еще каких-то, которые бы эффективно попадали внутрь? Не знаю. Просто, короче, настроения нету ничего. Ни играть, ни рисовать. Вообще неинтересно. Я установил Morrowind онлайн.
что даже неохота играть. Да, еще надо бы эту не забыть будет, когда запас будет. Ну, чтобы записать весь процесс сна, там посмотреть, кричу ли я, говорю во сне, там, дергаю ногами, как я ворочаюсь, там, что вообще происходит. Просто лягу подремать.